Увидеть этот и другие ролики раньше без цензуры и рекламы можно в приватной телеге из описания. Этот револьвер делает чудо, я вас уверяю. Он ты чудо сделай, пожалуйста, чтобы у меня сервер не лагало. Ребят, я сержант полиции, все домой расходимся. Домой, а домой. Я сказал, домой. Я сержант полиции, домой все. Бля, я вам не верю, вы, блядь, обычный гражданский. Да. Ну, раз не верите, то вы будете арестованы за неподчинение. Я сейчас полицию. Ножами. Давайте ножом. Да стой, дай его ножом. Ссылка мент. Нахуй ты это сделал? Зачем ты это сделал? Надо было. Че ты кричишь? Зачем ты это сделал? Ну че ты кричишь-то? Я сказал, надо было. Зачем ты сделал, блядь? Ты что, глупый? Ты не понимаешь, что тебе говорят? Нет такого, блядь, ответа надо было. Есть такой ответ. Я не знаю, может, у тебя в голове его нет, нету, но у меня есть. Это не конкретный. Нет. Я тебе не буду ничего конкретного. Ты че меня толкаешь, сука? Слышишь? Ну-ка, парни, ну-ка, ебать его нахуй. Просто прекрасно. Я лучше почекаю правила сначала, а потом я его тэпну, чтобы точно знать, за что я его откину. Потому что правила тут... имеют свойство быть крайне пиздецами. С какой целью ты госа провоцируешь? В смысле, ты меня толкнул? Тебя никто не толкал. Но даже если это так, ты не имеешь права так делать. Я тебя не убил, я тебя ударил. Ну, меня убил уже какой-то другой идиот. Ну вот, а ты конкретно ударил просто так. Ну, потому что она, блядь, вы стоите, ты берешь, типа, а? Тебе сказали, не трогай его. А мало ли, что ты мне сказал, ты не госструктура, чтобы мне указывать. Том? Мало ли, что ты просил, захотел, поднял челика, захотел, не поднял. Я, так, а тогда зачем ты, админ, ой, блядь, за мента играешь? Если тебе надо, чтобы тебя только старшими командовали. То есть на вызов гражданских, ну, как бы вообще, куда будет? Типа, пусть они сами разбираются, их и да, дело, как-то да? Как-то нет, я если вижу вызов, хожу туда. Если ты сомневаешься в этом, можешь поспеть. А если тебя нормально просят, отпусти его, мы сами разберемся. Тем более, тебя никто не просил его. Я не буду слушать. Ты убил сейчас, мэра, подожди, который является верхушкой правительства, на которой я работаю. Я тебя не буду слушать. Сейчас, парни, я... Мне админ тэпнул, сейчас, подожди. Ну, у тебя, в общем, фридамаг выходит и НРП. Почему ты меня толкнул? У тебя на НРП фридамаг, вот поэтому. Чему? Ты провоцируешь госа, угрожаешь ему оружием при всех, и потом дамажишь его. Я угрожаю оружием? Да. Ну тогда а хули ты меня лицом к стене не поставил? Ну вот так вот вышло. Я там один был. Ну вот так вот вышло. Мент, ты не мент, это уже играть. Не тебе решать. У меня профа это стоит, так что я полицейский. А у тебя выходит 20 минут. НРП и фридамаг. Впредь пользуйся оружием более аккуратно. Ну-ка, а почему, подожди, а почему фридамаг? Объясни. Потому что ты тупой. Потому что ты тупица, блядь, которая не понимает, что так просто так дамажить людей нельзя. Орошка 28, привет. Ты по какой причине полицию начал убивать в мать? Командир приказал стрелять. Командир тебе приказал? Ну, там был не командир, во-первых. Там был какой-то рядовой, кажется. Да, там был рядовой. Ну, а причина? Ты хоть разобрался вообще, что там произошло? Или тебе так просто потулиться надо? Алло? Нет, говорю. А, ну тогда теперь будешь тулиться в сраку. У тебя выходит нон-РП и фрикил. Так, что там? Фрикил тоже 10 минут. Ну ладно. Вот что с FPS-ом сейчас происходит? Я понимаете, ну, я раньше, ну, когда рендерил видос, у меня так было. А я хочу быть хорошим мэром, чтобы меня... Да ты и так уже пи***тый мэр с такими законами. И что это? Здравствуйте, у вас нарушение нон-РП. Вы украли человека в общественном месте. Чего? Это разве запрещено? За маньяка, па. Это не запрещено. Ты крадешь человека, ты делаешь криминал.
Правильно? У кого есть глупость? Я играю за маньяка, ну правильно, смотри. В правилах написано, что маньяк не может убивать в частных местах. Проворовать там ничего не сказано. Ты при свидетелях это делаешь, тебя увидели сразу. У кого есть что? Ну, тебя увидели, ты убежал, я тебя убил, свидетелей больше нет. Нет, там помимо меня еще был человек. Подожди, до этого так делал? Вот, и мне этот... Такой этот. Администратор сказал, что так можно делать. Ну, ты в людном месте не можешь воровать людей. Почему я не могу воровать в людном месте людей? Где написано в правилах, что я не могу за маньяк воровать в общем месте людей? Ну, это идет вразрез с правилом НРПМ. Поскольку ты маньяк, ты занимаешься криминалом, значит, ты не должен привлекать лишнего внимания и действовать в людном месте, будь то убийство или же кража человека. Все, я доступно тебе объясню. Окей. Тупые пипсеты. Они тут действительно размышляют, ну, в границах того, что... Это не написано так вот дословно в правилах. Ну, а то, что ты тупой и не в состоянии понять вообще, что к чему. Отказ от ответа — это грех. Слышишь? Отойди от меня. Раз, уйди два, от меня. А, хорошо, я его просто застрелю. Соседи, мои яйца! А вот этого я задержу. А ничего то, что меня чуть не убили. А вот на то, что тебя чуть не убили, мне, если честно, сейчас похуй. Ты меня хотел убить, значит, ты будешь сидеть в тюрьме. Еще за оскорбление тебя получается. Хотел убить? Да, ты меня выкинул просто в небо. Ты меня в небо выкинул, я переломал себе все ноги, с трудом добрался до ДПУ. За это ты будешь арестован. Да, у тебя мать сдохла. Ну что, еще скажи что-нибудь. Ног потаскухи вонючий, скажи что-нибудь еще, пожалуйста. Ты же только это можешь взирать. Ну да, обезьяна ебаная. Почему погнали, не все, проверка доели, гопанели. Тут люди есть, которые пока не верят. Берите ордер и фигачьте. У вас есть 15 секунд. Закрой ПЛО. Еще раз. Ордер возьмите, гений. Тут не надо брать, тут можешь зайти спокойно. Ло, вы где? Да, идите к стене, к стене, говорю, лицом, к стене. Пытается с крюком, знаете, вот тоже гернал. Ну чё, сынок вонючий, блядь, мёртвая, сейчас ты будешь сидеть на тюрьме, оскорбление. Я мэру. Да. Держи. У тебя ФРРП, ты почему, когда тебе отдали приказ, после этого начал доставать оружие чё, и стрелять? Чё? Вы ко мне без ордера домой вломились, я чё, чё должен был делать? Стоять и терпеть. Это все равно убивать можно только при... Если у вас там есть, получается, линия. Я сказал, что выйдите из дома моего, пожалуйста, они не выходили. Тебе сказано было, лицом у стены стоит, ты не слушался приказа, ты нормально не отстоял лицом у стены. Какого хуя вы ко мне домой сказал выйти из моего дома? Хорошо, если ты не хочешь слушать, выдай себе 10 минут за ФРРП и все. Он был на тот момент. Они вполне могли. А ты не мог достать оружие. Не объясняй, он не поймет. Не надо, не объясняй. Я не хочу, когда чтобы он учился на ошибках. Я хочу, чтобы они потом опять заходили и делали херню. Если они не умеют читать, выдавайся 10 минут за ФРРП. Окей. Если вы не можете себя забанить, можете просто выйти, и вы можете его забанить. Не, можно просто выйти и удалить игру эту. Забанить? Да. Так, следующий. В Бога веришь? Нет, идите. Реально в Бога не веришь? Лисон сильный раз, лисон сильный два. Ты кому? Лисон чужой бог. А то что по мне хуя? Так, попытка разозвела. Иди нахуй отсюда. Я тоже. Хуя, ты мне веришь просто так. Хуйни его, родная, хуйни. Привет. Вопросик такой, зачем ты в КЧ провоцируешь госов, чтобы они зашли к тебе, возможно, с проверкой? Я тебя что, отчитываться перед этим должен? Да, должен. Ты нарушил правила, как я думаю, поэтому прошу ответа. Я не обязан. Какое правило я нарушил? Нон РП, а также Фридамаг сейчас, когда я наблюдал, заметил за это. Не было ни Фридамага, ничего не было. То есть вы не стреляли просто так по игроку, который просто зашел к вам домой? Он зашел ко мне домой, я ему дал 3 секунды, чтобы он ушел. Ты не давал ему 3 секунды, ты просто как только он попал к тебе домой, ты начал по нему стрелять. Обман администрации. Дальше ответ на вопрос жду. Какой обман администрации? Я дал ему 3 секунды. Какие 3 секунды? Человек не успел толком даже выйти. У меня демонстрация экрана, видно отчетливо,
то, что я отчитал ему 3 секунды, сказал, чтобы он вышел. Только что маньяк, который залез к тебе в окно, он тут же получил от тебя пулю, и только потом он на тебя напал. Вы меня перебиваете. Еще раз тебя спрашиваю, причина того, что ты оскорбляешь госов. Еще так, хорошо, сейчас мы позовем траст туда. Так, предупреждаю тебя о том, что ты мешаешь разборке. Сейчас я позову администратора. Зачем? Не нужно. У него 2 часа уже выходит за помеху разборкам, он отказывается вести диалог и завид каких-то третьих лиц. Я не отказываюсь вести диалог. А зачем вам уже администрация? Диалог, это, во-первых, потому что человек не в адеквате, я пытаюсь у него узнать, зачем он провоцирует госов оскорблениями и зачем он дамажит даже пусть на, если на то и пошло, маньяка, который только-только залез к нему домой. Не понимаю. Это обычное нарушение, которое не требует вмешательства вышки. Нет, это мне. Это я ему говорю, а не вам. Ну, как бы нарушение, у меня на это демка есть. У меня на все демка есть. У меня демка идет уже 10 часов. Поздравляю. И как бы это провокация на нарушение, а также АИП, то есть АИП, ну, наборная администрация, ага. АИП не выдается, там уже ага. будет решать старшая... Провокация на нарушение тем, что я просто находился рядом с тобой, и ты начал оскорблять ГОСа, который просто-напросто делает свою работу. Да, супер провокация. Еще. Я имею право оскорблять госслужащих. С какой целью ты это делаешь, находясь дома во время КЧ? Мне вот интересно. Это правилами, серверами. Зачем вы меня опять перебиваете? Я не смысл прав, этого ты всего? Ты меня перебиваешь уже в третий раз. Смысл этого того, что ты делаешь. Я еще не закончил разговаривать, ты меня перебиваешь. Ты мешаешь мне моей, ну, моей жалобе. Потому что ты не идешь на диалог с админом, который с тобой пытается разобраться. Я тебе задаю вопрос, ты на него не отвечаешь. Ты меня перебиваешь. Ты меня перебиваешь уже? Так, ладно, выдай себе помеху разборкам, также НРП и фридом. Я выдавать ничего не буду. Хорошо, плюс отказ от выдачи. Это специально просто, ну, игровое поведение. Ну, сейчас ничего страшного на форум. 14 часов, готово. Ну, не хочет человек слушать, я не буду пытаться его на диалог нормально вывести и пытаться у него что-то узнать. Не хочет, пусть сидит в бане, все. Я вот этих микроболванчиков особо за человека как бы не считаю, они просто тупые, не ебаные. Никто не хочет тебя нормально слушать, в случае чего они начинают тебя говном еще поливать просто так. Че, ты меня вот... Нападение на человека, вы будете за это арестованы. Не трогай его, не трогай, он будет арестован за это. Да, я его расстреляю. Я свою работу выполняю. Нападение. Будьте за это арестованы. Полицейский, вы справляетесь лучше меня. Чтоб тебя на за нападение в жопу трахнуть. Иди нахуй, выбля, кто по голове. Не получилось. Тебя поймал, ебаный сержант, закрой пасть. Сынок мертвой шахи дешевая, заткнись нахуй. Да, хорошо. А чё ты с вами с модом сидишь? А я голоса стесняю, чтобы тебя долго не шокировать. У тебя отец, бля? Отец, да, у меня. А у тебя его нету, долб***ел. Стоять. Стою. А где? Не подчиняй. Помогите, пожалуйста. Не подчиняй. Помогите, пожалуйста. Не подчинение. Помогите. Бедный ты, бедненький ты, мой хороший. Я тебе ничем помочь не смогу. Это дядь полицейский. Домой плохой. Идите. Писец просто, я в этом слайд-шоу гоняю. Домой идите. У вас 15 секунд есть. Домой, 15 секунд у тебя есть. Ты чё, офигел? Не дома в каче. Поздно зашел. Домой идите, да. 15 секунд. Вот такие вот дела. Да, ты все серьезно? Я пока побежал, уже я чуть не умер. Бу. Ну, иди домой. Да не хочу я домой идти. Че это было? Прикольно. Ай, блин. Повезло, да? Админ Арбуз X2? Я правильно понимаю? Так ты еще и админ, ты еще серьезно? Ну да. У меня вопрос такой, зачем ты госа провоцируешь на перестрелку, когда тебе просто было сказано домой идти? Я сказал, не хочу я домой идти, и все. Ну, ты бегаешь специально с щитом возле госа, получается, толкаешь его. Зачем ты провоцируешь? Просто бегаю. Че, зачем я? Ну, ты толкаешь с щитом в руках госа, не уходишь от него никуда. Ты да провоцируешь по-какому? Его на перестрелку, на то, чтобы ну, тебя задержали. Я хулиган. Нет, я не провоцировал на перестрелку, не надо мне. А что ты делал тогда? С какой ты целью просто так толкал госа?
в каче, когда тебе сказано было домой идти. Просто так толкал. Просто так, это не ответ. Не хочу я домой. Ну это провокация. В общем, дай себе нон-РП 10. Нет, это не провокация. Хорошо, дай себе админ на буст X2. Я жду выдачи наказания. Чё-то серваку жопа, походу. Я на всякий скопирую его айдишник. Но и скопировал его айдишник я совершенно не зря, потому что у меня отлетел интернет, а этот ублюдок так и не выдал себе наказание. В общем, за эти 15 минут, что вы смотрите, я повыдавал уже нескольким челикам баны за нарушение, некоторым я добавил отказ от выдачи, потом меня вышка попросила так не делать, потому что отказ от выдачи выдается через жалобы на форуме. На, скажем так, ингейм жалобе это вообще никак не работает. 2 дня записываю видео, 2 дня у меня запись ролика руинится, сука. Первый раз мне заруинил админ наборный, но это уже ладно. Я надеюсь, ему объяснил кто-нибудь другой постарше из наборки, что так делать не нужно. Второй раз эти, сука, долбебы провайдеры. Но ничего, я хорошо сделал то, что сохранил айдишник его. Да, но он себе, получается, так и не выдал за ННРП. Ну, значит, отказ. Значит, отказ. Будет у нас бан. Ну, не хочет человек, ну, не надо. 10 минут. 10... 12 часов в минутах это. Лиф я ему не буду ставить, потому что я сам вылетел. 730. О, сейчас ты будешь за это арестован. Стой, мужик. Дай договоримся. Давай объясню всю ситуацию. Подожди, мужик. Он жопу угрожал против закона в городе. Он угрожал меня арестован. Оружием, мужик. Ага. Стоял? Он обстрелил меня калмаз, короче. Подел. Какие-то да***ли, ей-богу, блядь. Даже мало. К стене. Зачем? К стене. Подходи хотя бы 100, я согласен буду. Зачем? Мародер. К стене. Что, развязать его решил? А, все, и не я тебе говорю, алло. Изи, победа. Все, мабули. Стиме, 800 тысяч у меня ровно будет. Нормально. Блядь, у меня хочу всего 12 тысяч, ой, 12 миллионов. И помеха задержания. А, ну ладно. За что? Дебил совсем, поставил себе сразу госпрофу. Так он угрожал меня оружием, так ничего не знаю, так нечестно. Но преступление против другого преступления не оправдывает. А вот тут мэр добавил шедевра законы, которые позволяют вам портить игровой процесс людям на основании того, что так захотел мэр. Ну вот, например, закон добавили, который запрещает вам находиться на крышах, и за это вы будете арестованы. На крышах находиться нельзя. Арест. Здравствуйте. Здрасте. Чего? В стене лицом. Фиррп. Его забанили. О, на пердыш, давай, погнал играть. Он одно только на меня заказы делает, зачем? Это наборка, кстати, ну ладно, окей. Я уже не могу так, блин. Арест за нелегал. Ха-ха-ха-ха. Подожди, а что ты у него нашел-то? Я так уже не могу! Домой, быстрее. Домой. Наконец-то! Ёбка мне насрал! Всё! Аривидерчи! Профессионер! Эскобар! Домой иди. Иди домой. Что ты ржёшь, а? Иди домой, говорю. Спокойствие! Зачем он это делает? Здорово. По какой причине ты челика бьешь палкой просто так?
не просто так, он психически неуравновешенный, его уже какой раз садят. Хорошо, причина какая, что ты к нему зашел домой и начал бить его палкой? Ну, я говорю, психически неуравновешенный, там уже сколько человек к нему подошло, наверное, говорят то, что чтобы он нормально себя вел. Его садят уже второй раз, потому что он себя ненормально ведет. Но в данный момент он у себя дома находится, а что он тебе сделал-то? Он орет на людей из дома. Ван 30, без адекватной причины, 2, неадекватно используешь дубинку, зашел. Ну да. Ты вообще кто такой, иди отсюда, ты жалобу подавал. Никто не подавал жалобу, просто ну, нашли нарушение у тебя. Я просто юзер. Ха-ха-ха. Если ты просто юзер. У тебя 30 минут за NRP X2 выходит, тебе уже объяснили. Ладно, я просто наборный админ, ну да. Дебил какой-то. А чё, за что? Помеха задержанию. А Человека-паука ты за что? Помеха задержанию, спасибо. Сказано было. А я здесь какое-то время смотрел, стоял правила в админзоне касаемо этого Человека-паука, потому что у него выходит НРП, он ввязывается в ту ситуацию, которая не имеет никакого отношения. Ну, еще один Робин Гуд из разряда микробандитов, только теперь название профессии другое. Ну да ладно, Чикпук получил бан, а я пока стоял, изучал правила, до меня докопался какой-то идиот с рангом патрон. Если что, эта привилегия стоит 20-ку. Ебало, эта обезьяна, которая купила за такие деньги привилегию в онлайн-игре, представили? Оттуда даже не надо представлять. Ну короче, какой-то наборный админ ему спалил о том, что тут кто-то снимает видосик на серваке, дали ему конкретный ник, то есть мой, и да, они попали в точку, и как бы хрен с ним, но он решил испортить мне геймплей, чтобы я как-то сгорел на него. Я не понял, если честно, но он, видимо, очень хотел в ролик. А чё ты до него докопался-то? Я так узнаю, в Ютубе мы, не в Ютубе, душить собирается, не собирается, но мы там разберемся. Понял. Ну мне вообще без разницы, мне не знаю, просто. Просто если это закрепка, я хочу поиздеваться над ним немножко. Чтобы он меня видел, обосрался до головы. Да надо. Скрипку знаешь, как легко разозлить? Да пусть играет. Вот так вот они начали бегать со своим другом из наборной администрации. Это не какой-то там модер, который только недавно вступил на админку, а конкретно хелпер. Занимались они привычным для Dark RP игрока занятием, а именно краймом. Сначала у меня были вопросы к тому, что делает наборный админ, а конкретно он пытался ограбить человека прямо в общественном месте, а оказывается, по правилам так делать можно. Важное примечание, если вы захотели сделать так же, можно грабить в общественных местах, но не в людных. Это две разные вещи. Если там есть свидетели, то вы при них не можете действовать. Ну а теперь к делу. Они решили пообузить немножечко недоработку сервака или же движка, касаемо того, что ты после тазера, когда первый раз выходишь, у тебя идет КД на то, чтобы ты мог двигаться. То есть ты какое-то время стоишь просто так. Но если тебя после первого тазера тут же посылают во второй тазер, попадают по тебе, то ты потом выходишь с этого тазера без всяких ограничений на движение. Потом эти одноклеточные пытались мне доказать, что это не баг, а фича, которая сделана была специально. В общем, смотрите на эту клоунаду и охреневайте вместе со мной. Здравствуйте, рисунка синяя, остановимся. Чего? Вы вдвоем рисунка синяя. Нормально? В жизни не так. Что ты делал? Так, у меня вопрос. Я не сбегал, я гуляю. Что я сделал в жизни? Так. Я не... Ты сиди. Поэтому ты... Да на... Сиди, я тебе сказал. Да я завяжу его. Да он рыпается просто. Ну что-то да вообще. Да что рыпается, он на месте стоял, он же убежит из-за тебя. О! Нахуя его второй вообще раз бить шокером, я не понимаю. Вообще, валяешься. Ну зачем ты это делаешь? Да, так, а за что его тайзер? Ну и чё это за бред? Нахера это делать надо было, я не понимаю. Я вас внимательно слушаю, привет. Ну я ему расписал. Я с ним сотрудничал и помогал ему тайзером. РП объяснение, как тайзер ему поможет избежать наручников. Нет. Фри тайзер. Плюс багаюз. Да тут можно что угодно сделать, это уже будет недоработка. Ну да. Но это же не мои проблемы, что не могут пофиксить ничего. Столько багов и... Столько багов, но я куплю здесь патрон за 24 тысячи, вау.
The game copyfills. Это не баг. Это он фича. Меня тазерил, он помогал мне. Еще одно подтверждение того, что игроки на этом серваке, тем более даже наборные бывает, не руководствуются логикой. Он говорит, он ему помогал тем, что он бьет его тазером. Ну, его задача первая — это убежать от полиции. Но никак не валяться возле нее постоянно под эффектом тазера, который делает его друг. РП объяснение всей этой херобора я так и не услышал ни от одного, ни от другого. Хотя, казалось бы, наборный эксперт пришел рассказывать, что это не баг, а фича. Немного потом выяснилось то, что этот тазер на профессии бандита он достал с помощью админки вот этой самой высокой за двадцатку. Ну то есть обычно тазер доступен только госам, а тут он сам себе его решил выдать. Это правило не запрещает, для этой привилегии можно так делать. Но если он, выдавая себе тазер или же какое-нибудь другое оружие Entity, делает с этим как раз таки еще нарушение, то это считается нарушением с использованием админских прав, то есть админобус. Так я же не мешаю, я же говорю, что здесь такого нарушения не будет. Да я попросил не мешать. Не, ну 40 я не буду выдавать. Ну потому что не богоюз. Я тебе уже... Как по мне. Все объяснил. Ну позови высшую администрацию. Уже она решит, будет это богоюз, может быть это специально сделали. Я тебе уже как админ сказал... Для того, чтобы... Что есть такие люди, богоюз, которые по КД просто вот так берут тазера, типа, и он ничего сделать не может. Возможно, это сделали... Да ты не какой-то админ, ты обычный ютубер. Чел, у тебя 20 часов и админка. И что? Какой ты админ? Не мешает мне это. Да и то. Быть админом. Ты не наборка, ты просто, можно сказать, донатный, но тебе дали просто так эту админку. Ну ладно. Давай по 40 рублей куплю. С отказом? 4 штуки. Мне пишут, сейчас забань сам. Я не могу его забанить. Что? В этом прикол. Может, ты меня там отпустишь, я не знаю. Вышку позовешь, чтобы она сказала, богоюз. Ты не богоюз. Вот тебе наборка говорит, что это не богоюз. В чем проблема? Вот мне интересно, за бандита шокер донатом дается? Или где-то он его взял в другом месте? Донат обуз. Ну ты так и будешь там в АФК отходить? И так будешь АФК стоять? Не-не-не, я правила чекаю, чтобы тебе новый срок бана, получается, выдали. Потому что это не только богобус, ну, не богоюз и не только фритайзер, также донатобус. А где донатобус? Ты тайзер с помощью чего получаешь? А, с помощью Q-меню. Ну, это же... Донатобуза нету, есть у меня это, такая возможность. Это донатная, мне... то есть привилегия. Тебе пользоваться Q-меню, выдавать, да. Ну вот, ты получил инструмент, которым ты обузил правила с помощью доната. Это донатобус. Это не донатобус. Хорошо, вы можете и дальше пытаться мне обратно это как. Я не знаю, ты там мне еще сверху RDM припиши там, что. Да нет, ты-то RDM не нарушал, что тебе его приписывать? Я ж приписываю только то, что ты сделал. Ну, донатобус у меня, то я тоже не нарушал, ты же решил каким-то образом приписать. Да не каким-то, ты его нарушил, я его нашел у тебя. И, кстати, у тебя тоже есть нарушение правил. Окей. Ты разбираешь жалобу на патрона, когда это должна заниматься высшая администрация. А я тебе ничего не выдаю, я с тобой форум обсуждаю группу. Ты мне просишь мне выдать себе... И что дальше? Ты выдал себе что-то? Нет. Ну, я мог выдать себе. Ты в любом случае. Ну, ты же не выдал себе. Значит, выдаст тебе кто-нибудь другой. Ну, а так мы сидели, просто воздух гоняли, понимаешь? Я жду высшую администрацию. Или через форум. Ну, хорошо, если у тебя претензии есть, иди на форум. Пожалуйста, ретурни меня. Все, отлично. Мне просто интересно, там, ну, рядом с ним должен быть следящий. А следящий выдавал наказание, или он просто форму следящему? Да тебе какая разница-то? Про играй что? Спокойно, нарушителя забанили, все, иди отдыхай вместе вот с другими ну игроками. Вот ты нарушаешь, мне интересно. Если, смотри, я хочу помочь игроку снять ему блокировку. Ты хочешь другу помочь, а не игроку? Патрону снять блокировку? При чем тут и друг он мне или не друг? Да потому как что он при тебе нарушал вместе с тобой, и ты на это забил. А как только его забанили за нарушение, ты тут же сразу же активизировался. Вот почему. Я не понял ничего. О, все, перебанили за админобус. Я прочитал, там оказывается, он же с помощью админки себе выдавал вот этот меню. Ну там, значит, не донатобус, а админобус. Все. Пусть денек отдыхает. Денек без ютуберов поиграет. Все, можете где-нибудь быть свободны, ребята. Да, я ему уже сказал, то, что у меня к нему свободны. Нет вопросов. Если он может поправить грабить в людных местах общественных, то окей, как бы вопросов нету. Я не знаю, что он тут стоит еще добивается. Нет, людные места это уже другое. Ну то есть где свидетели? Скопление людей.
то есть это уже будет свидетели. Ну это я понял, понял. Тут даже, знаете, правила не то, что ебнутые, это я для себя их так называю. Потому что мне они непривычны. Не полный свод, конечно, но есть и хорошие правила. Они просто неоднозначные и непривычные после того, как вы поиграете на каких-нибудь других серваках, а потом зайдете сюда. То есть тут бывают разрешены, казалось бы, абсурдные вещи, ну, на которые, естественно, на других РП-серверах банят, либо за них какое-то наказание в РП идет, то есть там арест, увольнение, а тут нет. То есть, например, условно, есть нелегал какая-нибудь деятельность, типа чел там траву выращивает, условно, либо битмайнингом занимается, что нелегально на некоторых серваках. А здесь это как раз-таки контролируется тем, какие законы мэр сделал. То есть тут немалая часть игрового процесса зависит от того, какие законы сделает мэр. Вот. Но как бы чтобы не вся игра контролировалась этими законами, для него также, получается, сделали определенные правила. И если он их будет нарушать, то за это будет наказание, естественно. Ну, чтобы он ебнутый, прям совсем законы не делал. Пора бы перейти к тем ребятам, которые поддерживают меня дополнительной монетой в Телеграме. Отдельное спасибо этим ребятам. Саня Санчо, Хорни Девил, Илья, Юрий, Титан Пропан, Сварите Макароны, Веларис, Сан-Франциско, Никита Булка, Феликс, Кирилл Харченко, Никто, Квадро Эспада, Латук, Копедит, Андрей Муратов, Рью Сташ, Спарки, Влад Шулик, Иван Ворон, Факап, Клоунака, Пересвет, Афорбис, Айтвальс, Толер Хапаевич, Хаку, Манки, тот самый микробандит, Патрон 1, Исаак 322, Латук, Гамбургер Не, Зейн Мейн, Форга, Бебра Саунд, Фимос Клаб и Аутсайд. А также остальным ребятам у вас на экранах.